Жором Грасс Film Studios и EM Entertainment представляют. Табалуга. Маленький зеленый наш герой. Если станет ясно, что пришла опасность опять, позовем мы друга на помощь, Табалуга. Прилетай к нам скорее, дружок. Спаси же, Табалуга, от напасти нас. Спаси нас, Табалуга, спаси, ты так нам нужен сейчас. Подлый Арктос наступает, замерзает вода. Он планету превращает в большую глыбу льда. Милый Табалуга, давай, дружок, скорее расти. Учись летать, как птица, и может так случиться, что на Луну ты взлетишь. С тобою, Табалуга, не страшна нам беда. Спаси нас, Табалуга, и мы вместе будем всегда. Блин, а вдруг какой-нибудь чел-поэт такой из 90-х у нас на стриме? И типа я придумал, который там любит что-то такое, что типа что-то наше, ну что-то, что любят дети, да и прочих, которые росли в нулевых таких. Насчет, что... насчет этого была еще одна зацепка, то, что у тебя на стене бомбеч по Ньёбу были просты про киномана. Это, кстати, интересно. Ну да, ну да, я, кстати, раньше я фанател киномана, я из-за этого даже, у меня появилась идея про этот, насчет этого идеи такой великой, ну, про человека из 90-х. Да я тоже, я ему картриджи отправлял, господи, о чем речь? О, круто. Mm-hmm. Короче говоря, все произошло-то... Так, блин... Блять. Да не волнуйся, ты все нормально. Не волнуйся. Ну, пытайся. Ну, разговаривай, как с нами тогда разговаривал. Я, господи. Как будто ничего не произошло. Ладно, спасибо. Ну вот, и решил просто создать, просто ради эксперимента. Вот, небольшой такой фейк решил создать под названием Херабрин. И думаю, какую-нибудь ему особенность придумал. Сначала я хотел его назвать, типа, Херабрин легендарный. Серьезно, я так хотел его назвать. Uh-huh. Херабриныч, добрый. Но тогда это как там, это было бы очевидно, знаешь, потому что у нас как бы есть уже один. Да, Херабрин. Ну, я решил такое ему, Никита. А потом решил ему какое-нибудь такое имя, типа, из 90-х. Типа, вспомнил, типа... Киноман рулит или что-то типа того. Я сначала хотел написать, но потом посидел и посчитал, что это слишком кринж. Это слишком был кринж какой-то. Ну, потом решил написать Майнкрафтер из 90-х. А потом решил... Потом подумал, Херабриныч из 90-х. Серьезно, на оригинальное название было Херабриныч из 90-х. Но потом подумал, как-то слишком пафосно. И решил, а назву как-то его... Как-то добрый, но решил придумать, короче говоря. И вот так появился у нас Херабриныч Добрый, так я придумал ему имя. Ну, в принципе, тематика Майнкрафта, что в плане бомбящего Паниёба, что в плане Херабриныча, что в твоем плане, они вполне себе такая линия прослеживается, если так подумать. Ну да, вот решил вот поступить так. Все, кстати, началось, вся балда с Табалуги именно с Херабриныча. Вот Херабриныч именно. Я даже, блин, я, если честно, я не хотел, чтобы вы его раскрывали. Я хотел, чтобы его оставить, блин. Зачем вы раскрыли Херабриныча? Херабриныч был хороший, блин, человек. Это была одна из улик, чувак. Эх, да, Херабриныч, конечно же, блин, надо было ему все-таки ВК создать. И заказами тоже, кстати, это самое, какие-то схемы вспоминали, которые ты проводил, да? Да, вот схема, вот эта мудовая схема с этим говном, то, что якобы закажи ему не Джопони, а я пойду ЧПДЛ смотреть. Ну и типа, я решил реально ЧПДЛ смотреть, потому что, ну, это мультик детства, а также Хамит его любит, я решил, почему бы и нет.
Ну окей, окей. Ну, у меня такой вот вопрос возник. А вот помнишь того тролля Тройского, который был еще в сентябре 2020 года? О, на самом деле самое смешное, это был не вообще не я. Это я просто Да. подхватил идею. Кстати, Ну на вот. самом деле, да, вот в сентябре вот Тольский, на самом деле, он покинул где-то на, не знаю, где-то с Fallout, что ли. Но я помню последний раз, когда именно не я, это Тольского, это было на губке Боба, я помню. Ну да, То есть это на. вот довольно-таки долго, и он не появлялся, а потом появился ты, как бы, но мы не подозревали то, что это ты. Мы подозревали то, что тролль Тройский решил внезапно ворваться к нам в философскую жизнь и продвинуться нам Табалу свою великую. Да, на самом деле, не знаю, кто это был за чел, но я ему, если честно, ему очень благодарен, потому что именно он породил Табалугу. Вот этот сентябрь, который тот чел, это, не знаю, он легендарный, короче говоря, кто решил, Вернул, который короче. заказывал всякие вот эти вот легендарные гимны этих тут и Советского Союза, там на Фоллауте, помню. Вот. И там такое. Извини, пролетаю, но на самом деле нет, я хорошо отношусь к СССР, ну там он какие-то там постсоветских, там всяких Альбаний там заказывал вроде бы, или что-то типа того. Да, ну извини, но Блин, просто. и знаешь, что самое рофильное? Вроде бы кто-то думал, что это, что тролль Тройский — это я, потому что это как там из-за того, что как раз гимн Советского Союза тогда врубали. Да, Он вот именно, вот. прикидывался всем, и ты, кстати, эту фишку тоже перенял, за что я тебе, блядь, сука, вот если найду он за воском, блядь, ух, ух. Бля, я же забыл, да, это точно. Да. Не, Вот-вот-вот-вот. я же забыл, я же еще твоего имя. Да, я еще принял эту фишку тролль-тролльского, то, что от других имен. Блять, да, я вспомнил, как я за счет Хамида, блин, это было прям, ну, реально неловко Мне сейчас. пришлось в текст-генератор заходить, блядь, для того, чтобы, блядь, свой никнейм, блядь, поменять. Ну, кстати, вот, ну, благодаря мне ты поменял никнейм, так что Ну, можешь не сказать. поменял его, а скорее отобразил по-другому. Ну Вот и да, все. просто, блин, я, вот это, кстати, реально, блин, я снова извиняюсь, но это искренние извинения теперь за это. Да, блин. Оно на нон, Да. оно на нон. Наш Ну да, ну. герой. Ну да, я ваш герой, потому что я, блин, и насчет, я же забыл, что я, блин, я же всем притворялся еще, типа, этот дебильная фишка. Кстати, вот насчет что-то Тольского, вообще это непонятно было, кто я тут подумал, может быть, это был, как там, может быть, это был Нурлейзи, что ли, хотя, Нет, не, вряд ли, вряд ли. Хотя черт его знает, это уже будет новое дело, которое мы уже вряд ли раскроем, поскольку он уже давно не объявлялся. Ну да, похоже, потому что настоящий Тольский вообще куда-то съебался уже как тысячи лет, потому что я помню, хотя нет, я помню где-то то ли в январе, да, в январе, хотя нет, в феврале, кажись, был именно задонатил именно Тролль Тольский, хотя нет, может быть, вот, не от моего имени, хотя кто его знает. Возможно, это не он. Возможно, это не он. Кстати, и вот еще один такой момент, касаемо подкаста по Табалуге и касаемо мультиплеерных зарубов. Я помню то, что Да. вот в мультиплеерных зарубов по TF2 или по еще чему-то, я уж, честно говоря, не помню, параллельно писал еще и Тирион Великий тот самый. Кстати, вот это я забыл сказать. Это спасибо моему другу. Вот это О, спасибо моему. мы догадывались, мы догадывались. Я же сказал, я же сказал. Это одна из моих шизотеорий была, кстати. Я же сказал, блядь. Да, вы угадали. На самом деле это было частично, это вообще-то был наш проект с другом самим. Зовут его Леша. Да, думаю, Привет, он да. Лёша. Да, привет, Леша. Ну, короче, Лешанчик меня здорово выручил, короче говоря. Вот я сказал вам про философскую жизнь. Ну, типа, он не особо увлекается стримами, но решил мне очень сильно подыграть. Я ему рассказал, что писать. И вот, типа, да, он донатил от моего имени, также не иногда, редко. Ну, да, это было, короче, весело. Блин, надо ему написать то, что вот этот грустный, что весь наш троллинг с Лишанчиком разбился. Пранк вышел Блин. из-под контроля. Да, Топ-10 да. аниме смертей, как Да, говорится. да, 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 да.
Лисянчик. Ну, Лисянчик, кстати, меня здорово так выучил, потому что я, блин, я думал, это, ну, все, потому это уже... что, блин, Хамид, я как раз тебе и сказал, что, в принципе, это объяснимо и это очевидно. Это не совсем очевидно, но это тоже как теория вполне себе интересная, скажем так. Кто ты продолжил эту теорию, да, ну, достаточно молодец, потому что у нас это было, можно сказать... коллаборация. Все равно это частично была коллаборация с Лишанчиком моим. Так что да, вот такая вот заварушка. Ну, опять же ему спасибо. Я так понимаю, типа, когда даже если вы просто, когда Мурон во что-то играл один, и вы писали с Тирионом где-то вот в диапазоне между 14 секундами, я так понимаю, это тоже был друг в этот момент. Да, у нас были такие моменты. Он... Я и сказал, потому что это как там, в основном вот так вот, ну, блин, мало кто будет заморачиваться на самом-то деле. А кто знает Анона-то? Я думаю, что, ну, блин, раз он такой богатый, у него, блин, типа, дохера устройств, типа, где он может вообще там, не знаю... Четыре лишние руки! Я, кстати, сюда скидывал песню «Шаман, три руки», так что, бля, все возможно в этом мире, бля. Ну да, было бы забавно, но... Если бы это как там, Анон жил бы в Чернобыле, я бы, конечно, понял. Если был бы чернобыльцем, то да. Ну, на самом деле, нет, это Лёша, это все ваше виноват. О чем Саратов отличается от Чернобыля, если подумать? Не, ну смотри, с другой стороны, если бы это как там у Анона была бы мутация, он бы заказывал игры серии Сталкер, к примеру. Ну, кстати, это было бы охуенно, кстати. Да, кстати, я может быть даже когда-нибудь частично 11 тем по Сталкеру закажу. Блин, правда, насчет мультиплееров я вообще не знаю, что там будет у нас. А только, пожалуйста, не заказывай броду «Чистое небо», прошу, блять. Да какая разница, господи. Нет, а ты помнишь, это как там именно, что момент с пулеметчиком, и это сюжет? А, я помню, что-то такое было, да-да-да-да-да. Да, да. Чё-то такая дичь была подставная, да. И самое главное, вот даже хуй, даже вот ты это как-то выглядит, что СВДшкой снимешь. Не, ну мне особенно понравилось, типа, когда отыгрывая Тирион, ты пытался максимально увести от себя подозрения. В том плане, что ты весь из себя такой хейтер МЛП, и при этом фанат Петьки и Табалуги. Да, я очень пытался. Но это было, знаешь, это как там той большущая ошибка, потому что, ну, блять, в отличие вот от Стасина, которая это как там именно что наяривает на Петьку, ты это делал слишком очевидно. Нет, не совсем. Слишком очевидно, даже чересчур очевидно. Это был в самый последний момент, как раз таки, когда ты уж очень слишком часто писал, что то, что ты он-он. Ты он-он, артистик, подтверди, что я он-он. Ну, типа, я притворялся, что якобы Тирион подхватил идею, что вы некоторые, якобы, там, ЧП вот предложил, что я он-он, и он сказал, и я он-он. А потом, типа, Нурлейзи и так далее, ну, и Хамидом, извини, опять же, ну, и прочими, типа, притворялся. Ну, в принципе, понятно то, что он... Ну, да, ты просто, типа, стал на это очень сильно давить, вот в чем фигня, для того, чтобы максимально отвести от себя подозрения, при этом, как бы, притворяясь Анону, чтобы всех позлить, но в итоге ты оказался им. Вот в чем дело. Да. Это тоже, типа, отводка от подозрений, если так подумать, такая тщательная... Она, ну уж совсем себя выдает в этом плане, все же. Все-таки. Я думал, ты до конца будешь держаться, типа, блять, мы там, не знаю, ЦК соберем один, чтобы допрос там провести, чтобы ты заскринил свои аккаунты, там вся хуйня, блять. Я думал, типа, играть такого злого полицейского, а ты все заклинил. Потому что это как там, но думал, что ты не такой прям это как там именно что любитель троллинга и все дела. Из-за этого. На самом деле я. Просто, знаешь, это как там именно мой. Именно холодный расчет говорил, да. Это оно 100%. Вот именно. И блять, причем это как там именно что с первого дня, когда появился Тирион. Вот серьезно. А почему именно догадались, что именно я Тирион, когда в самый первый раз? Потому что именно было выдавало? Знаешь, как раз именно похожий стиль общения, как раз. Mm-hmm.
Я говорю, я тебе жму руку именно из-за как раз именно Херобрина, потому что ты пиздец как хорошо проработал. То есть это как раз именно что хороший именно пример хорошего написания и вживления в роль. То есть, по сути, как у меня получается. Ну, Херобринчу, кстати, да. Да, кстати, Херобринчу я даже свой словарь хотел, вот, создавал, вот, в Ворде создавал, причем реальный словарь, который именно Херобринчу создавал. И вот именно списывал вот эти слова, которые может, и постоянно повторял их. Это очень большая заморочка была, потому что я очень попытался, чтобы отвести подозрения, короче говоря. Нет, чтобы... слушай, пролетарий, слишком очевидно бы это было, если бы мы все на это обратили внимание на минуточку. Если бы впоследствии мы принимали Тириона не за отдельного персонажа, а именно за Анона, блин. Просто как раз именно, что рассуждаю со своей позиции, но... Просто у меня как раз именно, что в этом опыт очень большущий, поэтому... Для меня есть вот какие-то вот факторы, которые вот могут вот именно что очевидными стать. И не будем забывать, кто у меня как раз именно что взрастил, грубо говоря. Да, вот пролетарий молодец. Пролетарий, правда, догадывался, что я... Да. Нет, у меня тоже подозрение было, даже помню ЦК, когда мы как-то один раз созванивались, я типа такой, блин, слушай, чувак, а не Тирион ли ты часом? Такой, ну да, я Тирион, но на самом деле нет, я не настолько идиот, то чтобы, блин, господи, это балога нахрен, он мне нужен, и такой, ладно, хорошо. Я как сказал, это как там, я просто вот до последнего не хотел верить, что как раз именно Анон у нас любитель троллинга. Никто не хотел верить. Ну да, вот на самом деле вот я очень был раньше большим любителем троллинга. На самом деле вот троллинг я просто... Ну, на самом деле, я отказался потом от троллинга, потому что считал, что это, ну, это зло, а потом решил, Тирион, и снова вернулся решил, в эту лазу. Решил вспомнить старые добрые времена, вы это сказали. Да, всякое такое. Да, такие явные времена. Ну, троллик на стене вот этот вот, который я наблюдал, это не троллинг, это, блин, не знаю, шизофазия малолетнего дебила, уж пардон. Да, ну короче говоря, ну да, на самом деле у этого бомбящего пневма там было очень много, на самом деле там вообще отдельный сторон у меня еще с 2015-го вообще-то он у меня блак, так что да, он был у меня там много так, чего интересного. Так, присоединился как раз Рейнджер или кто? Это Мрон, салам алейкум, Мрон. Мрон? Мрон? Мрон, решил закончить. Да, привет, Мрон. И мы тут обсуждаем. Привет, Тирион, привет, как твое ничего? Ой, Черри присоединился. Вот, наша пати присоединилась. Да, старая добрая пати. Я тут извинялся перед всеми, опять же, тут рассказывал историю. Я помню, вы просто это как там пришли на как раз на этот, как там он. На интервью, так сказать. На интервью. Вечер исповеди, да. Да, вечер исповеди. Исповеди перед. Ну, я тут рассказывал то, что вот началось все с 2015-го. Вот, Мрон, слушай, тут очень долгая история, вот как я прошел к Тириону и как я Херобринчу. Дело в том, что началось с 2015-го. В 2015-м я был, больше бы сильно фанатом троллинга, как бы сказать. Я понимаю. Ну, в принципе... Я очень тогда любил очень по ней, и вот и решил создать какой-нибудь анти своего персонажа. Ну и придумал бомбящего паньёба. Ну типа якобы, типа псевдо-пони-хейтер якобы. Типа так. И кстати, вот что самое вот интересное, Мрон, а почему вы меня вот не пригласили в ваше обсуждение? Вот что вот меня интересует. Понимаешь, мы были не уверены до конца, как бы, без доказательной базы хорошей. Да, потому что, типа, были, как бы, улики, были какие-то догадки, но не было доказательств прямых. Да. Я так понимаю, да, подозрения были и на меня, да? Нет, кстати. А, кстати, на кого были подозрения, вот, Мрон, скажи, пожалуйста, вот в той беседе. На тебя, да. Нет, я имею в виду, да, это неочевидный, блядь, вариант. Мы на тебя столько, блядь, инфы собирали, ты охуеешь. Вау. Интересно, и какой же? Хью Нейтрон, донатный гений, объясни, что это значит. Ну,
Короче говоря, я тут свою историю не рассказал, то что мы как все пришел к этому Тириончику моему. Ну вот, 2015, вот я решил стать троллем, вот вошел типа все клан троллей, можно так сказать. Ну типа, меня приняли, потому что я типа был панихейтером, типа, ну типа притворялся, что панихейтером. Вот. Ну и короче, не знаю, ну и троллили мы всех. Короче, было очень тупое, бесполезное занятие, проще говоря, в то время. И дело, это как там, прикол-то в том, что никто никогда на меня не подумает. Вот серьезно. Ну да, просто... Эм, блять, я знал. Ты тоже притворялся Тириончиком, да, пролетарий? Хотя у него, кстати, хорошо получилось. Пролетарий был Гризлихаммером, знаешь почему? Это был настолько гениальный план. Кстати, Брон, а ты в курсе то, что на самом деле Тирион был не только я. У меня был еще Леша. Хамит расскажет. Так, интересно прям. Ну да, короче, типа, помнишь эти вот мультиплеерные зарубы, и когда они якобы одновременно сидели в чате и друг другу писали. Так вот, это с поддержкой его товарищей это сидело, организовывалось. Я так понимаю, вы хотите это как там именно что бросить мне вызов, что это как там, чтобы я создал аккаунт совершенно как бы левого человека, не относящегося ко мне. Не надо нам этих вызовов, блять, уже хватило на полгода, спасибо. Да. Ну, короче, вот Лишанчик меня очень выручил, потому что она написала от Тириона. Потому что я ему давал там временно свой аккаунт Тириончиком. Вот, да, давал этот. Вот. Ну, как бы сказать, переводил немного денег, чтобы он задонатил от Тириона, короче говоря. Но очень так сильно помог мне, можно сказать, создать образ. Блин, нихуя себе, как гость. Да, все было так. А вы как думали? Я тут в шутки с Тирионом играю. А вы как хотели, все по чесноку, блядь. Да, придется. Схема-то какая? Да блин. Потому что я очень... Я же говорю то, что в 2015-м я был дебилом, потом я отрекся, потому что стал, что это дебилизм и какой-то... Да и вообще какой-то дизмар, какой-то просто у меня персонаж, этот бомбач понял. Я так понимаю, потом ты услышал, что кто-то маленький зеленый наш герой, да? Эх, ну просто подумал, это еще, я помню, знаете, сколько подержался в этом клане? Ну, 5 лет? Нет, год. Да, год, а потом в 2016 понял, блин, какой же я даунизмом занимаюсь, ей-богу. Да, кстати, вот не надо вызовы, потому что вы сами понимаете, к чему это может привести. Ой, это же мой кавер. Да. Блин. Он так идеально подходит под сегодняшний день. Это правда. Какая шута. Так это мем будет. Да, я из-за тебя этот кавер записал, ты понимаешь? Кстати, вот, дайте я скажу, что дальше. Вот, как я придумал все-таки Херабриныча. Вот, Мрон не слышал, как я создал Херабриныча. Очень такой очень... На самом деле, вот как говорят Хамид, Пролетарий, да и прочие, то, что я очень его хорошо прописал. Но на самом деле я соглашусь, потому что я очень заморочился с Херабринычем, я ему создал даже собственный словарь в Word. Да, то, что там, например, постоянно такие сленги 90-х немножко взял, такие, например, Брателла, всякие Красавелла, это все из 90-х я там взял сленги каком-то там нашел. Вот, да, это все такое. Ну, вот как я его, короче, создал. Это очень даже такая интересная история. Сначала все началось с того, что я занимался этим геодезией. Там надо было кое-что расчеты сделать. Вот, короче, такое думал и начал мечтать. И подумал, а вдруг какой-нибудь чел у нас был бы какой-нибудь такой... нахер 90-х таких подумал. Надо что-то придумать. Ну и короче, решил все-таки попробовать провести социальный эксперимент. Да, все началось с социального эксперимента. Херабриныч это был такой начало социального эксперимента, которое затянулось. Херабриныч привел к другому социальному эксперименту. Ну да. Ну, я решил все-таки проверить, как отнесутся к новому челу, который любит 90-е Майнкрафт. Ну, хотя не сначала я подумал, что он любит Майнкрафт, я просто хотел, чтобы он любил 90-е.
Потом как-то... Джентльмены, потом... джентльмены. Объявляю данную операцию успешной, так сказать. Да-да-да. Ну да. Ну все же... Вот, я хочу сказать, как я придумал название. Я этот страшный момент запомнил. Как я говорил, сначала я хотел его назвать... этот... Я Брин легендарный, серьезно, я так хотел его назвать. Ну, это было бы слишком палевно, да, мы поняли. Ну да, в данном случае это было очень палевно. Потом я решил назвать его более в 90-е. Сначала у меня появился дебильный план назвать его Киноман, Паша Киноман рулит. Ну, это слишком было очевидно. Бред, себя бы раскрыли. Очевидно. Да я знаю, что раскрыли, я просто ради шутки, может быть, прокатило бы, но нет, я сразу отказал, потому что почитал, это слишком дебильная идея, это слишком какой-то даунизм. Ну и потом решил написать, может быть, я Брин из 90-х? Вот. Ну и так. Сначала я уже планировал я Брин из 90-х, так что да, это уже было вот такое почти полуконечное имя. Но потом решил как бы изменить 90-е на что-то более приземленное. И решил назвать его Добрым. Ну, решил, так и назвал Добрый Хиабриныч. А потом решил лучше назвать Хиабриныч Добрый. Да, вот такая вот заварушка. Кэти Террор — это не очередной твой социальный эксперимент. Не, Кэти Террор слишком обособленный, мне кажется. Ну да, Кэти, если с Кэти я бы не слишком заморщился. Даже если бы Лишанчик, думаю, даже Лишанчик на нахуй послал бы за такое. Такое, эй, друг, можешь... Блин, за Кэти я бы, наверное, сам бы тебя никогда бы не простил. Ну да. Ну, на самом деле, к счастью, да, слава богу. Но Тирион меня бесил больше, что самое ироничное, да. Ну, а что ты хотел? Тирион великий, он как... Я вот к Тириону более-менее нейтрально относился, хоть и сам посылал его нахер. Но это в основном как раз именно из-за своих лидерских качеств. Ну да, на самом деле, достаточно интересная история с Хиабринычем. Вот сначала я думал, что он якобы был таким фанатом Кулхарда, почему-то я решил сначала его сделать. Фанатом Кулхарда? Ну, если ты знаешь, был бы смешной момент. Но я сначала почему-то его хотел сделать фанатом Кулхарда. Ну... Блин, решил, нет, все-таки Киноман, потому что Киномана я хотя бы более-менее как-то знаю. Знаю, потому что он все-таки его раньше фанател. Да, я видел в записи на странице твоей. Все видели, так. Все видели. Да. Кстати, да, на самом деле, вот насчет, насколько же Хиабриныч был добрым. Ну, блин, я... Ну, это Хиабриныч добрый, ну, так что да, три раза заказал игру, вот, так да. Я даже пролетарий как-то говорил по отношению к Кэти Террору, он сказал, вот Хиабрин-то он добрый, я бы Кэти Террору сразу нахуй послал. Да. Кто бы знал, что я окажусь добрым. Да, ну, слишком моя доброта доводит до таких неочевидных решений. Ну а ладно. Вот, понимаешь, что роль не может быть добрым, он должен быть... В честь Хиабриныча, так сказать. В честь павшего Хиабриныча. Да, Хиабриныч был великим. К тому же у него даже история была интересная, создание его. Хиабриныч пояснил нам, что такое 90. Да. Ну, потом решил, типа, ну, я, кстати, помню, когда его образ создавал, надо все-таки... Создавать, как же создать Хиабриныча? Нужно ему какую-нибудь фишку было создать, чтобы не спалить, что именно это мой... Что это не анон, короче говоря. Надо ему придумать какой-нибудь особенный сленг такой. Сначала я даже хотел его без сленга сделать, просто как обычный чел писал, ну там. Ну, более-менее грамотно. Кто бы никогда его не простил за Кэти, Димон, начнем с этого. Ну так я о чем и говорю. Так как вы же сами понимаете, я довольно-таки терпеливый человек. Да. Но интересная история другая. Почему ты отменил заказ на Стар против Сил Зла для того, чтобы продвинуться Балугу в топы? Я решил... Ну, блин, я хотел сначала... У меня было много решений. Я думал сначала... Потому что я... Потому что... Ну, потому что я спалился бы, что...
конечно, это был бы еще бы в копилку то, что тогда, что Тирон — это я. Нет. Это как раз и было одним из доказательств того, что... Да, вот именно. Да. То, что ты балу... Ты все равно закинул на стар против зла уже, то есть, как бы там... Да-да-да-да. Ну, в принципе, я думал, блин, дело в том, что я тогда заказал же игру, так что решил так хитрить, что, чтобы, ну, типа, якобы... Дело в том, что если я задал вообще своего антиперсонажа, тогда бы, не знаю, мы играли бы, не знаю, в 5-4, блин, бы, если бы я бы создал полностью, которая моей... Блата Балуги прошел, как бы, тоже неплохо, знаешь. Ну да, забавно. Ну, кстати, а все-таки заменил на Супермена, надеюсь? Да, заменил. Ну, отлично. Все-таки GeForce, как бы, более унылая игра, я даже сам это знаю. Я в него играл, как бы... Ну, не почему знаю, GeForce, что... кстати, очень интересно. Почему? Да, ну, это благодаря... Потому что, я так понял, это именно что по играм от Диснея. Я так и понял, что, типа, это как там именно из-за того, что Тирион — это как раз именно вот игр по Диснею. Да-да-да, типа он, типа, ультрафанат Диснея. На самом деле, идея с Диснеем пришла благодаря Гизлихаммеру. Я ему решил так сделать, ну, как бы, сказать, одно время патруль, и сделать одновременно доброе дело, типа. Я тоже самое хотел сделать спрайму, но по спраймам не получилось, как известно. Вот. Вот какая заварушка насчет Гизлихаммера. Гизлихаммер просто мне показал смешным бы, и был бы, с одной стороны, очень круто было бы, если бы, был бы другой чел, который все думали, что это Тирион, а он бы мог бы спокойно писать, как бы, на место меня. Но все думали на Прайме почему-то, хотя хуй его знает почему, уже Павел Черных. Да. Короче говоря, вот я также Прайма хотел подставить. Вот, и у меня очень хорошо получилось. Я специально это сделал, чтобы читали его по Тиронам. А я ему очень хорошо бы отплатил одной игрой бы. Так что все, мы квиты были бы. Да, посрали. Да, окей, okay. Это как там, именно что Тирион был как раз именно этим, как там он, козлом отпущения. Чтобы это как там меня вывести из себя, я так понял, да? И меня, ну, да. Меня особенно, блядь. Если так подумать. В первую очередь меня. Ну, кстати, да, Тирон это был такой сначала социальный эксперимент, но я хотел. Эксперимент, очевидно, неудачный. Прикол-то в том, что это... Давай на чистоту, как бы, неудачно. Полгода, да. Помню как раз именно, что с Гризли, случаем с Гризли, хотели как раз именно, что меня такая вот была задача вывести из себя, но, есть один нюанс. В итоге я вывел сам Гризли. Ну, кстати, я хотел сказать то, что насчет Тирона я хотел... Вот, хоть и сделал троллинг, но я очень хотел никого обидеть, на самом деле, этим троллингом, и если кого-то обидел, опять же, извиняюсь, потому что... Арк. Ну, скорее, доебало не обидел тут, как бы. Ну да, я хотел сделать, на самом деле, Тирона больше доебало, нежели обидеть, потому что... Приветствую, Рейнд. О, отлично, Арк. Привет, Рейнд. Рейнд, надеюсь, ты все-таки извинишь за мою мудовую идею под названием Тирон. Ну, что, извинись, Рейнд, извинись. Блин, я извиняюсь. Рейнд, тогда вообще он был все равно на самом-то деле. Серьезно. Ну отлично, значит, Рейнд, если не злится. Но когда мне тест настрали до середу. А когда, когда что? Когда тест застрали до этого. Оу. Чё? Ну и Рейнту обидно, что тест засрали, когда ты типа накрутил. Кстати, да, там были, короче, Тирион, Тобалуга и Анон. В топах. Кстати, на чем ты испарился еще раз? Кстати, еще раз. Если так вот подумать, да, это очень очевидно. Да, кстати, вот это... Не, было бы вот именно что логичнее, если бы, например, вот именно меня бы, например, вот продвигали. Тогда бы все тебя подозревали, типа, да. Меня бы подозревали, потому что как раз именно я тогда еще и говорил, что кем являются вот у меня вот родственники, типа вот НКВДшники, и НКВДшник дед и, блин, отец-следователь. То есть тогда можно было на меня бы пенять. Ну, короче говоря, Рент, извини меня за этот дебильный с тестом, я очень извиняюсь.
Ну, на самом деле, потом я полностью изменил тест, ну, как бы сказать, отменил парочку своих голосов. Ах. Сейчас там вроде бы Big Brain вроде бы лидирует. Вот, вот так вот легко ловит. Ну, извини, если что, насчет теста, это тест, да, это было подло. Это было просто такой дебильнейший троллинг. Блин, я на самом деле, надеюсь, Мрон записывает, потому что я хотел бы очень рассказать историю о том, что всю эту трагедию и комедию... Я не записываю, я просто сижу и курю. Я записываю, все в порядке. О, круто, если записывают. Данные у меня есть такое. Отлично, ну, значит, надеюсь... Ну, окей. Ты знаешь тот момент, когда я был на мультиплеере, но с другой стороны там кто-то донатил за меня, а также плюс кто-то писал за Тириона, ну хотя я играл был в игре. Ты знаешь, как это происходило? То, что друг писал твой или как? Да, потому что мой друг, я хотел сказать про Лишанчика, то, что это мне Лёша помогал. Кстати, а на подкасте от Абалуги, когда у тебя связь пропадала, и после этого внезапно объявился Стереончик снова, это да уже... Блин, это был вонючий, блядь, чёрт Телеком нахуй, это, блядь, это пидор. Стереон-то появился, кстати, в этот момент. Стереон-то появился. Кстати, был уже я, да, но иногда писал мой друг, правда, что-то он мало писал, я заметил, да. Не отработал, как бы повестку положили. Не отработал, немного обидно, ну ладно, но все равно, что написал, это точно. Ну, мог бы отработать, если бы вчера, вернее, не вчера, господи, а когда, позавчера и сегодня, он бы встал на пост, так сказать. Да. Но дело в том, что, блин, Лишанчика просто так заговорить просто не удастся, потому что, блядь, с ним надо еще встретиться, с ним надо пообщаться насчет этого говна. Слышь, надо Сереном скинь балум. Кстати, а твой дух смотрел первый сезон Табалуги? Да, он вообще не ебал. Ему было лишь... Дело в том, что я ему потом подхожу, отплачивал в Бургер Кинг, его угощал. И еще какие-нибудь крутые ништяки ему дарил. В оперную войну, в оперную дружбу скорее, блядь. Такой вот хиперплан Анона, чтобы... Окей, давай, Рейнд. Давай, пока. Надеюсь, ты понимаешь, почему я на время решил отказаться от мультиплееров. Возможно, на долгое время, сам понимаешь. Это опасно. Находиться с Тирионом. Да. Ну да, на самом деле, Черри хоть и был прав, и Моральс тоже, но на самом деле я лишь наполовину Табалугу, наполовину также Лёша. Давай, Рейн. Да, приветствую. Ну ладно, Андрей Быстрый, здорово. Да, Эндрю Быстрый. Привет, Андрей Быстрый. Мы тут, я опять извиняюсь за то, что это Балуга, мы тут рассказываю, я тут рассказываю историю о том, что как я создал Тириона, как то, что я лишь Тирион наполовину, потому что наполовину также мой друг. Да, короче говоря, там долгая история, не знаю, поскольку Хамид записывает, надеюсь, кто-то посмотрит, добро, всем привет, если вы это смотрите. Скорее послушает так-то, чем посмотрит. Так о Табалуге. Ну да, историю я бы назвала «О Табалуге и Мроне», моя книга. Бля, самое оно, бля, про эту сомнительную историю книгу писать, мне кажется, это станет бестселлером через какое-то время. Да. Ты помнишь, как я назвал, Хамид? Ты помнишь, как я назвал эту книгу, надеюсь? Кстати... А код 3? Че, оч, вот насчет... Что под заголовок? Блин, Чей хочет... А типа этот, блядь, как его... Да. Чей задает вопрос, как появился Тирион, я хотел это очень рассказать. Как все с нами появилось. Но опять же, Эндрю Бисси, то, что сначала я создал Херабриныча, это был маленький социальный эксперимент, то, что там я его заморочился, там создал сленги, бла-бла-бла. Короче, там было очень так интересно. Ну, не знаю, надеюсь, Хамит записал то, что... Давай. Отлично. Короче говоря, мне понравилось быть Херабрынычем, потом Херабрыныч, вы помните, что он пропал там на долгое время? Просто мне немножко надоело. Потом я его вернул, потом снова выбрал, а потом решил,
Ну, короче говоря, я начал притворяться тролль-тролльским. Помнишь то время, когда я, типа, писал именно тролль-тролльский и так далее? Кстати, кстати, одна из зацепок была то, что когда однажды Динар писал насчет того, то, что почему не было Херобриныча, а или Черри писал, или Динар, блин, кстати, я что-то... Ну, вот Черри писал, вот, и тут внезапно появляется Херобриныч и Толстопузыч. Да-да-да-да-да, это... Это было. Это тоже одна из зацепок была такая. Да, да, да. Кстати, а вы что, реально вам было не насрать, и вы реально заморочились в этом говне? Нам было не насрать. Ты все правильно понял. Я тебе серьезно говорю, это, блин, если это как-то. Если человеку заебать, то он намного готов. Ну, короче говоря, да, вот она. Поэтому я и говорю, поэтому мне вот дорогу переходить, это очень опасно. Вот, я лично, вот, по насчёт Тириона, вот, помнишь, он когда тебя подливался? Просто я притворялся якобы еще, что я Гризли Хаммер, ну и хотел, типа, так зарыть его топор войны с тобой, якобы. Ну, и просто, ну, вдруг ты думаешь, что я тебе Гризли. Но на самом деле я не являюсь Гризли. Да, это такая факт. Просто поставил его. Ну, что там, ну... Потому что... Я, скорее всего, статина, так что как бы есть плюс. Ну да, это точно. Ну, кстати, ну, на самом деле, Гриз только выиграл, потому что ему заказал Геркулес, и это факт, а потом еще плюс Тарзанчика. Да-да-да. Но Тарзанчик он не явился по некоторым причинам. Да-да-да. Ну, все, ну да, вот так это произошло. Короче говоря, про Лёшу... Короче, вот все как бы было. Не волнуйся, все хорошо, все хорошо. Попей водички, чувак. Ладно, спасибо. Так, глядите все. Как это начать? Да, вот. Ну, типа, подумал, блин, а придумать какой-нибудь еще бы фейк, типа, наподобие Толстопуза. Типа, никто же не догадывается, что Толстопуз это, типа, это анон. Типа, все считают, что Толстопуз это... Ну, просто учти то, что мы на это все дело нароем, так что ты это самое... Да. Через полгодика ты уж точно нароем обязательно. Так что да. А ведь Тирион подставил Толстопуза, если подумать. Да не только Толстопуза. Вернее, самого себя подставил. Это во-первых, а во-вторых, не только самого себя, но еще и других... наших, ну, да, братьев, так сказать. Ну да, Гучфер, конечно же. Да. А я перед ним миллион раз обзвелся, не знаю, блин, он меня простит. Ну, надеюсь, он забудет просто это мудачество, потому что уже миллиард раз перед ним извинялся. Ну, блин, типа, забавная херня, то, что ты полгода... Забудет. Да-да-да, вот, то, что ты как бы держался полгода на Табалуге, при этом не являясь фанатом Табалуги, тебе пришлось чуть ли не через силу, блядь, смотреть Табалугу, да, которую да, ты же да, сам да. же заказал. Ты понимаешь, какую ты яму, блядь, зарыл? Для самого да. себя, причем даже не столько для нас, а для самого себя, блядь, понимаешь? Сколько мы потратили времени на раскрытие этой тайны? Мы два дня мы на это раскрыли. Ну да, но опять же, для тех, кто еще не... Не понял я. Ой, как извиняюсь. Очень, как из этого дюжного программа. Так, ладно, все, хорош. Ладно. Так, насчет Тириона. Ну и вот, и решился создать такой социальный эксперимент, наподобие, вспомнил тролль-тролльского, типа, о, я им притворялся, и типа так далее. А придумать какую-нибудь такую шизу, чтобы меня, типа, не заметили. Ну и придумал сначала через донат писать... Вот эту шизу, которую он раньше писал тролльский. Жаль, что тролля тролльского нет сейчас с нами. Кстати, вот тролль-тролльский, я очень, если честно, ему благодарен, потому что именно он создал такую достаточно у меня идею. Потому что на самом деле, вот настоящий тролль-тролльский, вот не я. Вот он был в последний раз. Настоящий тролль-тролльский, успокойся, я знаю, кто это. Ну, пока тебя вычисляли, и тролля тролльского вычислили. Ну, кстати, вот, на самом деле, вот, тролльские, вот, самый первый, который заказал вот эти гимны и так далее, всякое это добро, всякое там,
Капитан Америка и что-то там еще не помню. Ну, где-то еще он в последний раз. И готику, причем от моего имени, то, что типа я, бля, буду Хамидом и так далее. Учитывая то, что ты бы это не закинул стопудово, бля, потому что он наверняка шарит гораздо больше. Настоящий троицкий шарит гораздо больше в нынешнем лоре, у которого, блядь, образовался у нас каким-то макаром. Ну да, настоящий тролль-тролльский, гораздо, видимо, настоящий тролль-тролльский, настоящий тролль, чем я. Я лишь жалкий-то блевуга. Да, он просто пришел какое-то время, попердел и ушел, а ты остался верен своему образу вплоть до сегодняшнего дня. Ну да, просто какой-то пердун пришел, да, все так и было. Ну короче, как вот создал все-таки Тириона. Тирион был, да. Таким сомнительным проектом, который я решил... Сначала просто решил это как забава сделать. Ну, чтобы просто создать какой-нибудь дебильный мем наподобие... С байтом наподобие этого великого и могучего Стасина. Эх, великий... Как получилось создать великий мем Тириона? Ну ты его догнал и перегнал, как я и писал на стриме. Да, догнал, да, и перегнал, да. Бля. Ты выпил, бля, пятилетку за полгода, нахуй. Могу сказать. Посрались, пишут в чате. Передайте Анону спасибо за табалугу. Я вспомнил то, что я был долбоёбом, раз я это смотрел в детстве. Вот тебе даже спасибо говорят. Да не за что. Я же добрый храбрыныч, блядь. Я всем, блядь, секретарки сдаю. Да, но только учти то, что за доброту надо иногда расплачиваться за подобного рода. Вспомни мои два средних пальца, которые тебе на стриме показывал просто. Вот и да, все. Да. Да, ну, это все-таки образ Тириона, я воспринимал как. Ну, я, пожалуй, пойду, гайс. Я, мягко говоря, охуел от всего этого, и мне надо снять стресс. Хамид, ты, блядь, просто обязан сделать документалку из этой истории. Ты как раз пишешь все, если надо, будет, помогу с монтажом. Отлично. Давай, Макс Пай. Да я просто чисто аудиозапись выложу, я ничего мне будут с этой документалкой делать. Просто как такое вот своеобразное интервью Гордону. Да. В гостях у Дмитрия Гордонова. Ну, кстати, вот, кстати, Черный Плащ правда говорит. Дело в том, что мы оба крали фейков вместе с Плащом. Это факт. Мы оба друзья по фейкам, можно сказать. Мы не просто друзья, но еще друзья по фейкам. Круто. Да, просто Плащ-то вовремя осознал насчет этого, но ты как-то сказать, был умнее. Ну, блин, на самом деле, Тирион, я хотел больше создать мемов, на самом деле, чтобы было больше рофла. Ты создал самый большой мем за сегодня. Ну да, я оказался сам мемом, круто, да? То, что... Ну, в принципе, я рад, что на меня никто ни зло не держит. Да, но просто, типа, ирония в том, что Стасян-то почему мемом стал, блядь? Просто напоминание такое. Ты точно хочешь стать таким же мемом, как Стасян? Подумай 100 раз. Да. Друзья по фейкам рулят, это факт. Так. О, кстати, Джимми Нейтрон, о, я вспомнил. А, кстати, что-то, да, мы забыли про Джимми Нейтрона. Да, помните, когда я был фанатом Джимми Нейтрона? Можешь сказать, кстати, вот, да, я вспомнил, вот на самом деле Толстопур зыч, то есть... Ой, бля, вишенка! Да. Ой, бля, вишенка, на самом деле, вот, когда я вспоминал, когда делал Херабриныча доброго, ну, Толстопузыча, я вспоминал эту херу с Джимми Нейтроном, где он создал своих, типа, клонов, и это факт, так что, можно сказать, действительно, Джимми Нейтрон повлиял на создание всего этого добра, моих фейков, ура. Эх, флиппер алпак. Хотя бы, блин, не на создание Катерора. Да, ну, Катерор, он слишком, он бесячий, потому что он школьник, Блин, и меня теперь... Толкмейт, мне кажется, он сам себе сделал. Мне теперь как там, вот, главное, чтобы я не подавал идею, что это как-то бы все думали, что, типа, Катерор это я. Да, не волнуйся. Потому что предпосылки на это есть, типа, камон. Да, я не верю, что ты Катерор. А вот ты подумай, почему пролетарий так отнекивается теперь? Че, новое следствие, пацаны? Да, а зачем все-таки вы раскрыли Тирон? Вот зачем вам надо было портить радость человеку? Он любил табалугу, а теперь он не будет табалугой. И зачем? Зачем вы это сделали? У нас будет анон с ником Тирион. Ну, знаешь, рано или поздно надо было расшевелить дерьмо. Вот мы его и расшевелили, понимаешь? Ну да, жалко.
Ну, теперь, блин, теперь Анон только через полгода, блин, будет. Ну да, такая вот, теперь я буду Тирионом. Да. Ну, видишь, вся проблема в том, что, как бы, может быть, на тебя никто зла не держит, но относиться теперь будут с подозрением таким жестким. Ну, да насадь, главное, так, чтобы... Так, ну, моя история с фейками была самой первой, я был раньше сосена, я, блядь, сейчас в смысле, да, вы пролетарий не Кэтси, я всю жизнь думал иначе. Ну, кстати, хочу сказать то, что я очень рад, то, что вы все-таки такие друзья, и все-таки вы сумели меня простить как-никак, и я этого не ожидал. Не плачь, таким дебилом, как Кэти, но это надо постараться еще быть. Не, ну ирония в том, что Кэти-то я, по крайней мере, понимаю, блядь, его мувы. Меня дико прет его творчество на уровне Энди Ворхола, блядь. А вот с Табалугой тут, блядь, Ну, ребята, если честно, вы лучшие, если честно. Спасибо вам большое, что вы есть. Да, но тебе в любом случае надо исповедоваться полгодика, так что ты, блядь, это самое, не понебратствуй, братан. Да я знаю, что полгода. Полгода это будет моим уроком. То, что, ну, главное, что... Чтобы вы меня хотя бы уважали, как говорится. Это самое главное. Ну как, нет. Ну не то, что прям такие уважения прям конкретные. Тут, блин, типа дело не в уважении, дело в банальном, блядь, отношении, как к человеку, сука. Тут дело... Ну, главное, чтобы ко мне хорошо относились, это самое главное. Пускай с подозрением, но чтобы знали, что я не полный гандон. Ну, знаешь, типа, к людям с подозрением, как правило, не относятся с таким уж прям уважением. Тут уж надо понимать. Ну, хотя бы меня гандоном не считать, это ура. Ну, может быть, кто-то и начал считать после раскрытия инфы. Да, ну, Гучифер, ну, надеюсь, Гучифер. О, это же я опять. Это то же самое, что это, как там, если бы меня признали Кэти, но, блин, ну, камон. Ну, на самом деле, я сказал, я только лишь похлопал тебя, блин, нет, как нет. Же-то? Слушай, Притер, если бы ты реально был бы Кэти, я бы спросил, бля, чувак, когда Хамидоверс, когда игра там по нему вся хуйня? Да. Элиновая жопа, у меня нету времени! Ты еще нанял какого-то дружка, типа. Бля, когда Бэтмен, он монтируется все еще. Ну-ка. Короче, как говорится, ждать осталось недолго. Бля, и знаете, это как там, знаете, как бы выглядело это расследование? Ну, кстати, хочу вас порадовать. Я больше не буду троллем. Вы меня победили. Почему пролетарий не выпускает видео? Да, кстати, почему? Учись летать, как птица. Учись летать, как птица, бля, я не могу. Так потому что у меня москвич, ё-моё. Не, ну москвич это, конечно, уважаем. Поэтому как мне монтировать через ноутбук, который это как там уже еле-еле дышит? Не, ну с другой стороны, блин, даже я в этом плане чувствую, что я сделал видос в стиле Кэти. Чуть-чуть. Не, ну... Прикол-то в том, что я ему, блядь, сценарий написал, блядь. Чем Кэти хорош, как бы. Так, у Кэти харизма, она даже меня сделала. Чтобы, понимаете, чтобы он хотя бы одно видео сделал качественно. Но он, сука, вырезал это, как там, мои шутки, блядь. Эх, блин, как эти, короче, ну, и людей на аутсорс, короче, отправляет, блядь, для того, чтобы для его бренда, типа, выпускали всякие ролики. Да, всё-таки, ну. Пролетарий, через что монтируешь? Кинемастер? Блин, пролетарий ни через чего не монтирует на самом деле. Пролетарий ленивая жопа и вообще не выпускает видео. А как же ты текст вставляешь тогда? Ну, кстати, я же хотел... На носок. Окей. Да, поисковое прибытие я хотел сказать все-таки, как же я создал Тириона, вот оно. Насчет, как его создавал образ сначала. Сначала вот образ у меня возник спонтанно, я хотел сказать. Премьер Про скачивал, он мало крашится. Ну, ты ел, да, Черри, в том-то и дело, блядь. Так, ну если без рофлов, Черри, вот действительно, вот на своем москвиче я хотя бы это как там стрим бы нормально провести в Дискорде.
И то у меня это как-то хреново крашится, пердит эмулятор. Кто был Тириона? Поэтому... А, Камтазия, пацаны, Камтазия. Ну, все-таки, да. Да, насчет Тириона. У меня образ возник спонтанно, хочу сказать. Вообще просто возник ниоткуда. Я думал, все-таки, как же, чтобы взять, чтобы... Что как, какой-нибудь образ надо взять, который будет, ну, в принципе, который будет таким, который никого, в принципе, не бесит, не знаю. Ну, в принципе, ну, это потом уже появилось, он бесит. Никого, в принципе, не бесит. Ты на что, блядь, рассчитывал? Анон, ты чё, блядь, несёшь? Ну, я думал то, что, типа, лол, кому и взберёт голову какой-нибудь там детский мультик про... Не знаю, зеленого дракона или что-нибудь такого. Ну, типа. Ну, тебе. Значит, посмотреть этот мультик плаща. Ну, кто бы знал. Ну, вот на самом деле очень интересная история. Связана с тем, то, какой мультик сначала я хотел взять. Ну, думал, если просто Нормана возьму, то это сразу догадается, что это слишком будет очевидная какая-то тупая шутка. Его еще очевиднее, я же постоянно говорил, что я типа видел в детстве эту хуйню, и меня бомбило. Да. Брон, если бы ты этого не сказал, легенды бы не произошло. Да. В том-то прикол, я как бы сам помнил этот мульт. Ну да, на самом деле, я этот мульт просто вспомнил спонтанно, решил посмотреть, а что вот раньше на теленяне типа шло, или на СТС? Или на чем-то там еще каком-то таком добре Никелодеоне ТНТ или что-то того какой-нибудь такой мультфильм, который. Не знаю, просто детский мультик какой-нибудь. Чтобы не как-то не привлекать внимание или что-то типа того. Ну, я так думаю. Вот. Ну и пало. Сначала вот на Губка Боба я хотел сделать его, типа Губка Боб Литрольский. Помните, сначала я донатил же, это потом я создал аккаунт Тролльский или Арктос. Или это Балуга. Помните? Арктос ел наггетсы, я помню. Да. Кстати, насчет наггетсов я придумал эту дебильный байт с игры под названием Kindergarten. Такую игру. Ну, я посмотрел прохождение. И там один чел говорит, наггетсы. Ну там, короче, один чел поспамит, что на наггетсах это... Как так? Образ Тириона, эх. Но, кстати... Следствие вели дело о Кости Пролетарии. Да. Давай, окей. Я скину единственное, что может разрушить вашу теорию. И тогда придется удалить переписку. Сейчас. Наггетсы, блин. Наггетсы были произошли благодаря наггету. Знаете, кто такой наггет из Kindergarten? Да. Это, короче, о, полетай, вот первое доказательство. Так, и что? Да, а тепличка? Да. Смотрю, аниме по ней. Ну это, кстати, был тупой мув. Просто, ну камон, это насколько быть. Нужно быть идиотом, чтобы это как там самому себе написывать. Камон. Ну так туда. Не, ну. Только понимаешь, как бы. Я хотел добавить кетти, чтобы он посмотрел по ней. Причем, еще такая вот фигня. Я обсуждал еще с ним это как там именно видео про Мику. Вот. Ну да, он типа такой, бля, нахуй Мику, пойду Наруто посмотрю. Так вот, типа. И в принципе, он. Ну да. Ну, еще одна деталь, господа, еще одну деталь надо обязательно вставить в Калёху. И причем, что самое хреновое, эта скотина удалила видео. О, да, я знаю. Да короче, скажу, что от меня последний заказ не получил, а то слишком обнаглел в последнее время. Так он вообще обнаглел на самом-то деле, потому что, блин, я бы ратовал за то, чтобы его забанили второй раз. Потому что он, блин, зараза, удалил видео про Мику. Да ты меня обманывал с понями. Я, блин, на написание скрипта потратил аж целых 5 минут.
Пиздец, пиздец, блять, бигбэйн. Короче говоря, мне продолжать свою балладу о том, что как я создавал образ Тирион и как все. Ну, продолжай. Ну, короче, вот, сначала хотел сделать с Губкой Бобом, не поверьте, но сначала был Губка Боб. Почему-то хотел написать в Donation Alert. Ну, это очевидно, мне кажется. Ну да, но был бы очевидно, потому что я, типа, заказывал Губку Боба. Вот, следующее. Я помню, решил, там вроде бы 4 мульта перебирал. Вот, неизвестно. Там какой-то был ноунеймовский мульт про этот, про какую-то там собаку, что ли, я не помню вообще, что-то там было. На теленяне что-то там шел, я там нашел его просто рандомно, какой-то мульт. И сначала его хотел взять, но посчитал, что лучше найду программу другой мульт поинтереснее. Вот, потом нашел этих... Блин, как там... Блядь, забыл уже. Ну, короче, тоже какой-то мульт такой детский. Вот. Ну и решил в конце концов остановиться на Табалуге. Вот. И Табалуга мне поинтересовался, ну потому что, не знаю, просто показался почему-то более интересный мульт. И вот решил его взять как образ. У меня главный вопрос, а ты посмотрел Табалугу до подкаста или перед, задолго перед? А, кстати, вот. Я вроде его смотрел. На самом деле, Табалугу я посмотрел перед подкастом, потому что я сам мульта не знал вообще ни черта. Только парочку серий посмотрел. Вот, картина, что он там есть. Так он на Хамидоверс пилит, что вы до него доебались. Ага, вот сколько раз уже переносил его. Так, ё-моё, я приебался только вот по одной причине. Он удалил видео, над которым как раз именно горбатился я. Тут-то и прикол. Кстати, какие вам вопросы по Тирону? Давайте я могу отвечать, пока у вас... Так, блять, сейчас посмотрим, что у нас там нарыто на Тириона. Тут как раз я, я хотел, спрашивать их позже, но я не думал, что сегодня прокнет разрулить, короче. Так, ща. Вот, смотри, ты вроде как Тирион ненавидит МЛП, но при этом ты так и не смог сказать, что МЛП говно. Почему? Ты бы смог туда выкрутить. Ну, потому что я слишком большой пониёб. Вот все, вот мой прикол. Ну, Хамид знает мое пониёбство, это точно. Я ему заплатил аж 500 рублей. Деквестри, причем. Да, я помню. Да, ну да. Ну все же... Да, ну, значит, такой я... Все-таки ко мне, как добродетель, все-таки немножко относится, и это радует. Ну ладно, неважно. Вот. Какой следующий вопрос? На самом деле, кстати, есть еще одно сходство между тобой и Тирионом, вот, которое прям такое явное было. Я не знаю, палить или подождать следующего раза, когда мы увидим какого-нибудь флиппера великого. Нет, с лопатой. Да не надо, я уже поклялся, что не буду троллить, потому что меня так задизморалили вот с этим. Да и Гуччи Ферро уже, не знаю, блять, надеюсь, он меня простит. Кстати, Флипка Флинкович. Самый главный вопрос Флипка Флинкович, это да. Этот никнейм был единственный раз, по-моему, который он сверкался в донатах, по-моему, это был единственный раз. И типа ты такой, ой, это, блин, типа, ладно, окей, я спалил свой никнейм, но может быть, на самом деле, я Химит, он же Анон, он же Хумит и Сисян. Это так. Он же Толя Тольский. Он же Толя Тольский? Толя Тольский, кстати, я придумал лично это... Дань уважения к этому великому человеку, который попередел немножко на таких где-то до Fallout, где-то последний раз на Fallout я видел где-то этот великий человек, которого меня, кстати, подозревали когда-то. Ирония, ох, какая ирония, подозревали, и в итоге. Ну да, но... Все-таки... Так, а в чем был план, когда у тебя была основана мафия за все пани, потом по беседе появился по нему? Ты удаляешь записи основы пани, да? Фанат пани, но что он не фанат. Ну, типа, он не фанат пани, потому что это долгая история, что я, типа, был раньше псевдо-пани-хейтом, хотя я раньше вообще в то время, ой, как фанател паней. Это да, это такое. Ну, короче говоря, да, то, что
Короче говоря, это был такой бомбящий пнёб, это мой был старинный аккаунт, который не сходил где-то чуть не ли год, помню. Да, чё-то я устал. Кстати, ещё один момент, который связывал вас такой тонкой нитью. Бомбящий пнёб, 30 августа 2017 год. Ребят, какую пани мне нарисовать? И там был опрос, и сам последний пункт был «Мою любимую Пинки Пай». Это был типа рофл, типа я притворялся, типа, это был такая реверс психологи, как бы сказать, это дело в том, что я притворялся якобы, пониёбом притворялся, хотя я был сам на самом деле пониёбом, но я типа притворялся якобы псевдопонихейтом, который притворяется пониёбом, типа вот так-то. Было типа такое. И наоборот, в том числе. Да у вас биполярка. Ну да, короче говоря, биполярка специально сделал так, чтобы я подумал, чтобы меня приняли в клан троллей, короче говоря, в то время. Ну, 2015 год это был, 2017 это был такое время говна и хуйни. Короче говоря, в 2016 хоть и бросил, но потом снова в 2017, потом еще было какое-то время. Я Тирион. Ну да, и вот Тирион. Но потом был закат, потом я в 2018... уже бросил это говнище. Еще хоть и пытался походить, но находил уже... Это говнище или нет? То говнище. Троллинг? Ну кто? Троллинг на самом деле... Троллинг, понял. Я думал, ты про паней, ладно. Нет, пони заебись по мне, так что не надо мне на паней. Пони Forever. Да, Pony Forever, вот. Аркейд-гейм, да. Но я, кстати, думал почему-то, что, типа, Тирион — это часть системы наказаний за нелюбовь к поням. Кстати, может быть, то такое у меня было даже немножко, даже я специально так немножко потроллил тебя, это был такой момент однажды, ну да. Ну, на самом деле, бомбящий паньёб — это такой период... Вообще, на самом деле, лучше было бы создал бы другой аккаунт, лучше бы вообще аккаунт не палил, потому что это он был связан с моим темным прошлым, которое лучше не вспоминать. Ну, что-то вышло, зато получилась интересная история. Ну да, история, конечно, интересная, но... какие еще вопросы? Давайте понарыли для меня. Я могу тебе сказать ироничный момент. У меня в следующем ролике будет отсылка на GeForce, а вот на Пани не будет. Это не вопрос, правда, это утверждение. Я там даже саунд же форсика поставил, значит. Да. А вот это не одобрём, как Стасян любил выражаться. Или как Тириончик тоже. Да, или как Тирион. Кстати, на самом деле Тирион это был частично даже такой образ, полуобраз Стасяна. На самом деле, если честно, не знаю, обиделись вы или нет. Вот это. Тут в чате пишут, типа, сорян, то, что мне интересно, как он принимал вопросы по Табалуге, да и как он делал вопросы для своей игры. Кстати, лол, по Табалуге-то вопросы были похожи на то, что там было в Табалуге. Кстати, а вот это я и на форуме по Табалуге искал, там серия чекал и сюжеты, короче, так. Можно было догадаться, кстати говоря. Пролетарий, молодец, пролетарий еще догадался. Ну да, вот Черри, кстати, Черри. Ты спрашиваешь, Тирон очень любит спрашивать мнение людей других. Да, это тоже одно зацепка очень крупная, которая типа... Это мое любопытство дебильнейшее, которое постоянно привлекает. Ну, типа, я все же спрашиваю, любит ли кто-то по ней, потому что единственное, такое же по ней ёб. Вот. Но вопрос-то знаешь, в чем самое главное? Как тебе покемончики, а? Самый интересный вопрос. Покемончики, ну на самом деле покемончики. Вот игру играл, но в принципе было неплохо. А вот, в принципе, мультфильм я не помню. Это честно, это просто я решил такой создать новый, такой недо табалуку, типа. Недомем, понятно. Недомем. Касаемо покемонов, что могу сказать, вот я сам, я отношусь к ним совершенно нейтрально.
Да, в принципе, я тоже, типа, ну, в 5 лет я палил по УРТ, покемонов и все. Я все никак не могу забыть, как Черри говорил, главное, молчите, не отвечайте на покемончиков. Да-да-да-да. Кстати, ну да, Тирёна и Анона очень схожи писание и страницы ВК. Да-да-да, ну потому что мне было... Потому что мне что-то было, да, лень, короче. Ну, потому что, опять же, это была ошибка. Ошибка большая. Нельзя было брать старый мой аккаунт. Мне было лень создавать новый. Ну, кстати, я решил взять... Кстати, как касаемо аккаунтов, а точно ли твой родной город Саратов? Потому что у Пуниёба это родной город Калининград. А Калининград это я специально сделал. Ну, типа, чтобы... На самом деле... Вот, кстати, я поменял, помню, да-да-да, я перед... Тем, как в этот, как сделать, перейти в бронянскую жизнь, я там немножко поменял описание, вот сделал Калининград, чтобы вообще не было похоже, ну, чтобы не было похоже, что мы в Саратове живем. Ну и к тому же я же наврал, что я, типа, наполовину, ну, что, типа, немец, там, и так далее, вот, типа, такое. Гюнтертальберг, блядь, местного разлива. Да-да-да-да, короче говоря, как-то так. Ну да. Гюнтертальберг, ну, да. Наш герой. Ну, я могу выдвинуть другую гипотезу, не имейте проблем с японцами. Ну, японцы молодцы, они создали покемончиков. Ладно, ну, только так, шутка. Ну, так, а в итоге ты что, рыбка Фредди в деле или как? Рыбка Фредди в деле, в деле, в деле! Мало моих намёк, мало кто понимает мои намёки. Про твой намёк, типа, ну... Ага. Ну, кстати, ну какие вопросы ещё по Тириону? Не, ну так как Тирион будет в чате в ближайшее время, я думаю, мы зададим ему все интересующие нас вопросы. А рыбки Фредди, давайте, какие вопросы? Саратов-то реальный город на самом деле. Или нет? Да. Да, вот Чип и Дейл, ты смотрел или типа так от Хамида подхватил? Ну, кстати, на самом деле Чип и Дейл раньше смотрела, вот Чип и Дейл вот мне нравился в детстве, но потом я мало его смотрел, но потом пришел Хамид и решил, блин, а может быть реально посмотреть? Ну и так решил. Да, вот так-то подсел на него немножко даже. Чипы, а почему бы это как-то не донатить со всех хаков? Ну, типа, просто чтобы как раз отвести подозрение. Так, да, вот еще нашли там. Да, то что Херопримич тоже МЛП смотрел, да? Ну да, ну МЛ, ну типа МЛП, типа всем нравится. Ну, кроме... Я бы не сказал, что всем, знаешь, я вот посмотрел. Как я и сказал, это как-то мне больше нравится как раз фан-творчество, чем сам сериал. Ну, каждому свое, как говорится. Каждому свое. Ну да, рука. Вот, да, вот самое большое палево это то, что Херобрин чел из 90-х, который зачем-то посмотрел МЛП. Мне кажется, типа чел 90-х. Не, ну а что если МЛП не тот, который Friendship is Magic, а тот, который по 2x2 показывали старому, еще древних МЛП. Мне кажется, даже Анон бы сказал, что это говно. С другой стороны, нет. С другой стороны, если так подумать, то, блин, чел, получается, живший в 90-х. Ну, а почему бы и нет? Да-да, вот, кстати, Пролетар, опять же, соглашусь с Пролетаром. А почему бы и нет? Потому что, опять же, ну, как даже Паша Киноман, он говорит то, что он новые игры тоже любит играть. Он тоже на одном стриме сказал то, что, например, он не проходил... Ну, смотри, потому что Киноман, он это, как там, он не олдфак, в том-то и прикол. Ну да. Но Херобриныч может быть наполовину олдфагом, это не обозначает то, что олдфаг, значит, он приведется только одним играм, это не обозначает. То, что у него какие-то Но главное, чтобы были 90-е, все остальное это хуйня. Не, а почему? На самом деле Херобриныч там же я же говорил, то, что на самом деле Херобриныч. Не-не-не-не-не-не-не, в том-то и прикол. Он же нигде вот прямым текстом не говорил, что это как там. Пам-пам-пам. Не-не-не-не-не-не. Прямым текстом не говорилось, что он засирает новое. Да, вот у тебя бы не засирал новое. Вообще ни капельки. Херобрин.
Так, кстати, ну вот скажите мне... Чейл, вот ты спрашиваешь человека, который фанатит с 90-х и фанатит, по-моему, прям это Хованский. Это Хованский, он любит 90-е и любит по ней. Да. Ну да. В смысле любит 90-е? Он говорил мне, кстати, то, что он любил, вот, на самом деле, видео даже Паши Киномана, он на одном стриме это признался, это было. Ну да, но это не мешало, типа, назвать Фроскую, типа, той, которую в глаз будет. Камон, Черри, могу тебе сказать, что дофигища людей. Я про кота в Багзи Бане, ваш вопрос. Дофигища людей, как раз именно, что касаемо вот этих... кто жил прям в 90-х и подсели на сериал, их дохерищу в Америке. Да, согласен, в Америке вообще там за 40 люди фанатичат по ней, это факт. А, кстати, вот, Мрон, а что ты говорил, что Баг Забани что-то едет со мной? Видеть гигантского кота Сильвестра на третьей стадии. Тут это как-то тоже вот согласен с Черри, потому что у Херобрыныча теперь это как там вдруг стало написание, как у Макса. Короче, опять тут. Да, я уже понял, что можете. Ну, в принципе, понятно, что я являюсь этим, да, я являюсь. Но я не котирок, к счастью. Слава тебе, Господи. Кстати. Да и я, в общем-то, тоже. Что хорошо. И сейчас окажется-то на самом деле, что котирор был самым основным аккаунтом. Все остальные — это побочные. Да. Не, ну а смысл, блин, это как там человеку притворяться идиотом. Ну, серьезно. Ну да. Ну, в принципе... Тирионом же притворялись, как бы. Ну, Тириону я пытался, потому что я пытался сделать, типа, смешнее. Нет. Ну, видишь, ты слишком вошел в образ Тириона, мне кажется. Прямо ну, очень. Ну да, на самом деле я пытался сделать такого дурачка, на самом деле. Ну, если... ты перестарался, я тебе хочу сказать. Ты очень сильно перестарался. Ты настолько включил дурачка, что в итоге не заметил, как сам стал дурачком. Вот в чем дело. Вот у меня вот просто вот к тебе вот как раз вопрос. А разве с появлением Тириона это не было очевидно? Не совсем. Я даже, честно говоря, не особо помню, что было в самом начале. Но, блядь. Ну да, в принципе, было не очевидно. Это он слишком хорош. Анон, давайте признаем, он слишком хорош. Но в то же время некоторые вещи, блядь, его очень сильно пальтесь копаться, вот конкретно в лоре. Я могу сказать, что именно Херобрыныч особо не палился, но... Есть самый большой нюанс, который сразу вызвал подозрение, но я что-то подумал, что надо бы промолчать пока еще. Ну, потому что тупое совпадение, что Херобрин только с Аноном через почту связывался, это как бы был самый главный вопрос. Самый вот именно что... Надо было все-таки создать было ему ВК, на самом деле, я согласен. Надо было создать все-таки Херобрынычу ВК. Ведь самое тупое, мы сейчас спалим Анону способы новый фейк создать. Ну, типа, научиться нашим, все такое. Надо было все же вам, пролетария, позвать. Быстро бы разворулил. Ну, мы, в принципе, быстро разворулились. Да, если честно, я, на самом деле, я рад, что Тирион сдох. Точнее, не сдох, но... Тирион тяжелее всех живых, это Анон, получается, на какое-то время сдох. Ну, на полгода, да, он просто мы не думали, что пролетарий в теме. Ну да, Анон сдох на полгода. Ну, короче... Так, блин, камон, если бы вы просто мне бы написали, обратились ко мне, я бы с вами как раз бы и принял бы расследование. Ну, камон, потому что я в этих делах собаку съел. Я это как-то именно что и грязи много на кого искал в свое время. Да слушай, поэтому... да я сам, блин, типа, ну не то чтобы в грязи, типа, копошился, я прям типа оригинальные айдишники выкарывал там, блядь. Да, я так и делал. Я именно что это как там занимался продажей как раз именно информации. Я чекал даты регистрации в странице ВК. Типа, не, я именно что личную информацию у людей. Вот тут, кстати, бы ты помог, потому что удаленные посты некоторые с бомбящего по неё все-таки имели место быть. Угу.
Бля, я так и не понял, кто такой Хьюнитрон. Типа, я сколько не пытался понять вот этот вот пост. Типа, Хьюнитрон, донатный гений, вернулся. Как бы не пытался понять. Это, ну, короче говоря, это была такая раньше ролл-группа под названием КЛМ. Это была такая, блядь, такая хуетень, но очень такая смешная. КЛМ невкусно, КЛМ невкусно. Но я был фанатом, поэтому я и был, типа, фанатом КЛМ, и поэтому я очень был там, чуть не, ну, не главным. О, Мрон но... вышел. Блин. А вот. Он подлетел, да, я просто свернутый сейчас. Ну, короче говоря, вот, КЛМ это был такой ролл в паблик. Короче, очень такая длинная история, вот, я не знаю, будет кому-то интересно, ну, короче, все как было. Был так, то, что это раньше паблик, который раньше благословил копать онлайн и ненавидел нормальненько, ну, типа, всякие там, это, новинки все говно, вот этот Dishonored говно, вот это все хорошее говно, а вот копать онлайн, типа, круто. И потом появилась такая рофл, ну, короче, рофл-группа была такая, ну, ролевая ролл-плей-группа. Якобы, где мы благословили копатель онлайн, такая закус под Майнкрафт. Ну, копатель онлайн силы, конечно, тут никто не поспорит, бля. Блять, если честно, так ощущение, как будто вы реально из КЛМ, если честно. Там нет, вам... я вообще недавно узнал тебя конкретно. Окей. Сейчас я так там просто вот хочу ЧП ответить. ЧП, я вот ищу информацию только в двух случаях. Первое, когда если мне за это заплатят, И второе, если мне человек перешел дорогу. То есть ты как бы под эти два пункта не попадаешь. Поэтому такая вот. Да, все-таки, блин, я думал, что все-таки когда-нибудь я спалюсь, и этот, да, этот день наступил. Все-таки на самом деле. А как долго ты готовился к этому дню, прям интересно. Я к нему. Ну, а вроде бы зачем? Вроде бы Анон и рассказал как раз. Ну да, про... типа сейчас уже не имеет смысла. Да уже не надо, блять. В чем смысл, блять? Это то же самое, уже вы добиваете труп. Попрошай, тупая пизда. Как бы грустно будет. Просто я хочу знать, что у меня тогда не шиза была. Ну так просто вбей это как там... По вейбэк-машине. А, кстати, а вы что, вейбэк-машиной, что ли, пользовались? Я вейбэк-машин пользовался, нихуя ничего нет, самое. А, в принципе, понятно. Ничего не выдал абсолютно. Ну, короче говоря, да, был такой. Ну, мой опыт просто панихейтером был, конечно же, вообще такой огонь, вы бы знали. Ну, такой дебильный троллинг. Да, ну, кстати, ну, самое смешное, он не доставлял тогда. Там. Ну, я думаю, и Тирион тебе тоже доставлял в некоторые... Ну, да, кстати, Тирион, типа, я... Ну, я думал, всем будет весело то, что все его посылают нахуй. Я думал, будет всем это весело. Ну, есть один нюанс. Есть один большущий нюанс. Да, то, что чистое веселье на протяжении полугода оборачивается лютой трагедией. Ты думал, что это была комедия? Ну да, но на самом деле, да, трагедия, но, опять же, ну, все же, помимо, только Гучфер на меня сильно обиделся, а остальные нет, остальные не особо. Не, ну, просто, что самое вот интересное, вот все, что ли, забыли вот историю, которую я тогда вот рассказывал, что помню, когда вот мне вот нравилась одна Тиан, и меня просто тупо продинамили ради какого-то, я не знаю, парня. И я это как там, я просто его вычислил и такой, это как там хотел вот набить. А ты ему морду набил? Не, я не хотел, я вот хотел ему это как там морду набить, но в итоге это как там просто посмотрел на этого дрыща и такой просто проржался и такой сказал себе, блин, ну это того не стоит. Ну, отлично, что... Ну и правильно сделано. Подумаешь, что какой-то там... Так, господи, я могу это как-то много кого сам закадрить. Чего уж тут мне. Ну да, ну отлично. А на Гризли искал? Так, господи, Гризли попросту... Я так понял, это как-то первое, что как раз именно по уговорке она... Ну и в принципе особо не обижался, потому что, я говорю, меня троллингом в основном не возьмешь. Вот когда вы будете угрожать моей семье и, собственно, мне,
Тогда как раз я и это и называется переходить мне дорогу. Если бы твоей семье на протяжении полугода включали Тобалугу под окнами. Мрон, ты серьезно хочешь этим озадачиться? Мне просто интересно, как бы. Не, ну просто смотри, типа, если тот же самый Тиреончик бы подъехал, начал бы под окнами, когда твои родители спят, включал бы Тобалугу постоянно. А если будут угрожать твоему байку? Ну, байк не мой, а батькин, но все равно... Да, ну, тоже. Ну Гризли Хэм здесь перешел дорогу, байк не по статусу, блядь, как бы. Да, байк не по статусу, но я просто это как там сам его опустил. По-моему, это как там вполне суровое наказание. Ну да. Все-таки, да, немного я жалею о том, что все-таки создал Трион, если честно. С другой стороны, как говорится, пиши письмо Селести, так сказать. Ну да, сегодня я выучил, что я был долбоебом. Не, ну как именно что Тирион говорил, как я помню, что Гризли это получается друг Анона, я так понимаю. Что? Нет, у него другой был друг, короче, который лёхает, вообще какой-то другой чел из его округа. Да, это просто мой этот нагруппник такой, который... Не, я просто помню, что это, как там, именно Тирион тогда защищал Гризли. А, да. Ага. А, ну, видимо, Лёша, возможно, защитил. Немножко. Ну, типа, он же защищал это не по-настоящему, а просто потому, что идти против, так сказать. По-настоящему защищал, но, скорее всего, для того, чтобы сохранить образ, что Гризли, типа, это Тирион. Типа, такой подстава. Не, скорее, типа, сохранить образ того, что Тирион — это вообще конченый имбецил, и максимально отыгрывать именно эту самую роль. Ну, на самом деле, Лёша иногда даже перестарывается. Кстати, а про Терминатора-то донат тоже Лёха писал или кто? А, кстати, этот момент я подумал то, что, ну, типа, нет, это уже не Лёха, это был я. Ну, я решил, как бы сказать, момент с этим очень был достаточно мудовый. Ну, я просто хотел, типа, влиться в образ Тирион, поскольку Тирион очень, как бы сказать, просто Терминатор байтил на то, чтобы забанить Тириона, и типа якобы я как и писал на месте Тириона бы, ну типа... Там, по-моему, была немножечко другая хуйня, Терминатор что-то нехорошее про Пани сказал. Про Пани я помню, и можно было бы так, и можно ли было так по человеку проходиться после того, как он просто Пани не оценил? Вот да, учитывая то, что Тирион, типа, даже несмотря на то, что я, блядь, нахуй посылал... причем многократно, еще много кто. При этом, типа, ты как бы достаточно равнодушно ко всему этому отнесся абсолютно. И чуть ли не благосклонно, я бы даже сказал. Вот интересно, я вот хотел тогда спросить Мрона, Гризли, он до сих пор на стримах появляется? Он забанен. Я пытался с темкой равнодушно относиться, чтобы никто на меня особо не злился, чтобы я доставал, но не злился. Ну, а Терминатор прям... Что-то вышло как-то не очень, согласись. На самом деле, насчет Терминатора я перестарался с образом, если бы, допустим, с Терминатором бы ты так написал, но при этом ты бы постоянно кого-нибудь хуесосил в чате, это было бы немного по-другому, это уже был бы образ. Вот, с другой стороны, получается, если это изначально был Рофу Ванона, по байку, не по статусу, то получается ты поставил Гризли. Вот она. Я поставил, я же миллион раз говорил то, что Гризли это не я. Гризли это вообще какой-то ноунейм, которого я поставил, потому что решил, если все будут думать, что это Тирон, что мне меньше будет придется за счет Тириона или Лёши. Хороший мув, но все равно как-то подло, с другой стороны. Насчет этого, я тоже думал так, но я подумал, я все-таки должен отплатить за это Гризли, так что, чтобы мы были квитами, поэтому я заплатил ему Геркулесом, так что мы квиты.
Но он же забанен будет. Хотя он может ведь стрим посещать, ну, просто просещать. Да, может. А, ну тогда нормально. Все равно довольно-таки сомнительный момент, скажем так. Как я и сказал, это как там попросту натравили гризли как раз на меня. А, грубо говоря, натравливать как медведя на волка, ну, как-то так. Кстати, вот я вообще-то гризли сам начал, вот. Я к этому вообще не причастен, вот этот байк не поставил, что это лично заморочки гризли. Гризли этот начал, ну потому что гризли кислотный какой-то, сейчас чел. Да, я сам не понимаю, что у него там в башке. Нет, он не кислотный, он скорее желчный просто. Кислотные те, которые упарываются ЛСД, а он-то просто желчный. Просто прикол-то в том, что это как там, он думал, что это как там, а не, я понял, что это был как бы рофл, все дела, но дело-то в том, что я сагрил на него практически всех. Просто это как там, указав его место. То есть это уже был мой план, скорее. Ну, такой тос он был. Да и правильно. На самом деле, Гризли Хаммер у меня, хоть я считаю, что неправильно так сделал, что поставил. Но с другой стороны, он таким был кислотым пидорасом, если честно, блять. Он даже на меня гнал когда-то. Не, на самом-то деле, с другой стороны, я тоже вот, и я вот читаю это, как там комментарий Черри. Не, я, блин, на самом деле, это как там тоже угорал как раз с этого. С байка не по статусу. И говорю, блин. Да, великий, все-таки. И говорю, это как там, блин. Это ты кому, блядь, говоришь? Да. Все-таки достаточно интересная история с Тирионом, на самом деле. Я даже не ждал, что она вылится в такую драму, трагедию. Но и с другой стороны, комедию. Все-таки есть положительные моменты. У этого есть. Например, у нас появился... Он гнал на меня или нет, я уже... Так, как мы знаем, гнать на плаща себя не уважать. Ну, с другой стороны, получается, плащ за тебя отомстил. Теперь он вообще не появляется. Ну, трагедия, комедия, это уже не важно. Это больше такое, не знаю... Явление. Это уже... Хоррор. Триллер. Это уже пеплум, я бы сказал, если не то, что... Нет, затянувшаяся серия Санта-Барбары. Ну да, это затянувшаяся серия Санта-Барбары, которая... Осталось сил, не осталось людей, остались лишь Тирион. Ну что ж, ребят, я, пожалуй, удаляюсь, а то я хочу спать что-то. Да, я, пожалуй, тоже. Спокойной ночи! Да, спокойной ночи. Пока, Анон. Верни Тирион. Да, пока, Брон, пока. Кстати, у меня насчет этого, то, что ты прощаешься со всеми, приветствуешь каждого, у меня тоже была шизотеория, то, что ты таким образом запоминаешь жертв, кого, кем ты хочешь еще прикинуться в донатах потом. Да, нет, я... Ну, не знаю, вот, но на самом деле я... Всех с уважением отношусь, если честно. Если подумали, что я кого-то так не уважаю, нет, я всех уважаю, даже терминатор. Нет, это просто была шизотеория, не обращай внимания. Ну, короче говоря, всем удачи Чер, удачи Хамид, удачи Мрон, удачи Великий Черный Плащ, удачи Пролетарий. Давай, спасибо за интервью, и да, кстати, оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Кому? Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Вот он-то, Балуга! Ну, скажу, что я был. Я скажу, что я был долбоёбом и простите меня. Да. Понять. И простить. Да. И водкой угостить. Ну, короче говоря, ребят, если честно, вы самые лучшие. Спасибо большое, что вы меня простили. На самом деле. Спасибо большое. Очень огромное. Ну. Давай, спокойной ночи, а то я тоже пойду спать, пожалуй. Да, спасибо, Хамид, спасибо, Брон, спасибо, Пасралис, он же Черный Плащ, спасибо, Черри, спасибо, Пелитарий, всем пока. Да, пока-пока. Окей, давай, пока, ну. Пока.